Добрый вечер, друзья. Продолжаем наше шокирующее повествование, потому что Глинфиндик у нас проиграл в прошлом видео. Томатин 21 год, 120 евро против. Гленморрис Сигнет 170 и выше. Гленморрис Сигнет осталось очень мало. Как было прекрасно, когда не было видно, сколько мы его выпили. Допьем, наверное, друзья. Что там уже? Оставать эти крохи. И томатин 21 год. Не то чтобы битва гигантов или титанов, но очень интересно. Смотрите, действительно, сигнет янтарный, красивенный, глубокий цвет, а томатин такой... Как будто молодой такой, зеленый. Начнем с томатина, друзья. Ну, ощущение, что ты попал в наш сад. Яблоко, груша. Только сливы и черешни не хватает. Но на самом деле, я не знаю, как черешня пахнет. Даже если бы я почувствовал, я, наверное, не сказал бы вам. Нотки бурбона, яблоко, груша, что-то отдаленно напоминает какие-то тропические фрукты, но это, наверное, я больше фантазирую. Но прекрасный запах, сигнет. Два слова. Мне, когда я сказал, что это первый виски, в котором я чувствую кофе, шоколад, в запахе, во вкусе, мне написали, так много же виски. Друзья, я очень много искал таких виски, потому что я люблю кофе. Я хотел почувствовать кофе в запахе, кофе во вкусе. Я покупал те виски, которые эксперты писали, что там есть кофе, шоколад. Не было там ничего. И вот это первый виски, в котором я действительно при запахе чувствую... Восхитительно, как будто вот кофейные зерна нюхаешь. Шоколад. Восхитительный запах. Восхитительный запах. И они абсолютно разные по запаху. Но я выберу кофе. Что насчет вкуса? Восхитительные сладкие специи. Напомню, 46 градусов томатин. И, если не ошибаюсь, тоже 46 градусов, да. Нет, 40. А, нет, 46. Итак, Гленморрис Сигнет. Что нам расскажет? Просто восхитительно, бомбически, за счет того, что ты чувствуешь. Вот. По-умерландски кофе называется, кофе с виски. Вот ощущение, что кофе пьешь, но оно с алкоголем. А потом появляется какой-то пудинг, какая-то какао, вот это вот пыльца на конфетах. Очень, очень вкусно, очень вкусно. Очень вкусно. Раза три, наверное, сказал. Вы знаете, я не могу сказать, кто круче. Это действительно, мне вот хотелось бы купить бы сигнет подешевле, честно говоря, 170 евро. А кто-то в комментариях писал, что видел его там по 100, по 120. Конечно, хотелось бы по той цене. Но даже 170 евро, виски, который дает вкус кофе для
не для эксперта, который там в половине бутылок чувствует кофе, а для простого человека, как я, который чувствует кофе в виски, чувствует какой-то пудинг шоколадный в виски, чувствует вот это вот наше напыление какао-пудру, не пудру, какао-бобы или как они. Это, конечно, за это стоит даже уважать просто этот виски, виски восхитительный. В то же время пряность, сладость, два и... Вы знаете, вот я вспоминаю, как он мне не понравился на водопаде, в принципе, и после сравнения, после всего, и действительно, интересные виски, интересные. Томатин 110, то можно брать и томатин. Друзья, я не знаю, какой выбрать. Я выберу, мне нравится кофе, я выберу все-таки этот, чтобы сказать вам пару слов в конце. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо тем, кто подписался, хорошего вечера.